Погнали им надерем задницы. Получи, тупой скибидист. Туда вас. Получи, тупой скибидист. Получи. Сейчас придет Джимен. Скучали по мне? Чтоб тебя. Нет, моя голова. Уничтожить всех-всех-всех. Уничтожить всех-всех. Да что же это за безумие? Это кошмар, я убью их всех. Повторяем 358 раз древоступиц. Почему мы не хотим убивать этих скибидистов? Готовы? Когда скибидисты, они пришли к нам в Россию, мы их сначала убивали, думая, что это просто какие-то монстры, которых надо убивать. Но мы потом пробрались в дом и увидели там людей. Как мы поняли, что это скибидисты, спрашивайте у автора. Эти люди начали нас атаковать. И мы поняли, кто эти туалеты. Мы, когда начали их уничтожать, мы нашли какую-то базу. Там мы нашли вашего агента. Потом мы смогли вставить в него VHS-кассету, и мы увидели все. Да, там была изображена компания на постере рядом, лежащая с камераменом. Классно получается. Туда их. Мы видели хаос в Нью-Йорке. Вы убивали этих скибидистов, вообще не жалея их. Мы были в шоке от такого, мы не хотели вмешиваться в конфликт, но мы увидели то его. Он был, очень жестким. Мы поняли, что нам победить, и мы решили вступить в это. Они были людьми. Когда до вас это дойдет? Я не понимаю просто. Нам нужно найти решение этой проблемы. И как ты предлагаешь это сделать? Я не знаю, нам нужно изучить этот... Слушай, мы понимаем, но смысл искать лекарство от этого вируса, если можно их всех убить? Ты тупая башка с камерой, ты тупое существо, ты не понимаешь. Как мы превратим башку в унитазе в человека? Мы должны знать все об этом вирусе, но этого не случится, потому что вы их убиваете на месте. Я уже похавать хочу, куда он заткнется? Срочное уведомление собрания. Слушай, я себе вчера камеру почистил. Ой, ты не рассказывай. Раздай полки, спикер. Конечно же нет. Слушай, не парься, эти котятные, да, они какие-то лошары. Заткнись уже, хватит мне эту чушь втирать. Почему мы все такие, я не понимаю. Да не парься, ты просто камераманы потеряли свою стану, уже ноют. Не обращай на них внимания. Ты не понимаешь, ты телевизионный хрен. Ты не убедил их, так что сваливай отсюда. Бьете вы, и что дальше будете делать? Тусоваться и булки чесать? Хороший мальчик. Мужик, что дальше? Убери этот хлам отсюда. Задолбали эти ТВ-мены. Я был за твою идею. Жалко, чего он такой мудак? Да, мы убедим их. Расскажем им про все. Скучно вообще. Нечего делать тут. О, сообщение. Зачем ты сдох? Что? Меня уже грючит. Прости. Я не смог ничего сделать. Я был тоже близок к смерти.
Я верю, что ты обязательно возродишься. Я смотрел, как ты умирал и ничего не делал в этот момент. Ты всего лишь иллюзия, тебя не существует. Стой, ты что, живой? Прощай, друг мой. Ты не с ума, братишка. Это ты? Конечно, я и не сюда. Попался. Смотри. Опять эти слои. Вроде бы это реальность. Ты уже проснулся? Да. Там уже пирожочки дают и сюда. Иди на рейд. На рейд эскейте базу. Мы должны ее атаковать, используя карту, которую ты там нашел, ну, в этом складе. Понял? Вообще не хочется туда возвращаться. Получи. Окей, я подожду. Для тебя Титана Спикермена готовит большой апгрейд. Это Альянс улучшает свою систему улучшения. Как бы это странно ни звучало. Это все интересно, но как сам Титан Камерман? Его чип памяти сгорел. Он умер. Все, он не вернется. Как это не вернется? Ты что, совсем охренел? Иди навстречу, обязательно, мой пупсик. Это просто жопа. Что опять не так, мужик? Я найду этого мутанта и засуну ему все в одно место. И лазер тоже. Ну ты чудной, блин. Фантузмен нашел эту карту в туалетном бункере. Там у нас есть план движения скибиди ученого, а также что-то не на понятном языке. Если мы последуем этой карте, мы попадем в первую скибиди-базу, которая находится в Сибири, в России. Там спрятался скибидист-ученый. Сейчас зимний сезон, поэтому одевайте курточки. Я правда не знаю, нахрена? Но просто для атмосферы. Поняли, мои ребята? Спикермен сейчас на улучшении, а Титан Тимимен, ты один, ты понял? Мы получили сообщение спикерменов, и они... Они просто решили не участвовать в рейде. Как это понимать? Это просто какой-то бред, так что только все это сейчас висит на наших плечах. На наших плечах и на плечах ТВ-менов. Поняли все? Все, мы отправляемся в Россию этим вечером. Поняли? Классно получается. Классно. Но я сейчас вообще просто заряжен. Ух, вообще бархатные тяги. Пошли, мои ребята. Что такое? Окей, я вижу, ты изменился. Прости, я держу задницу этому тупому ученому. Думаю, все хотят, чтобы он сдох, этот тупой ублюдок. Но все равно, погнали. Продолжение следует. Сделано в Акседе, озвучено Владос.